Всем привет, друзья, с вами Амик, и сегодня мы отправимся собирать всех элитных боссов в игре Wildcraft. Соберем их всех-всех абсолютно на карте и будем за ними бегать и побеждать. Посмотрим, сколько за них дадут опыта и золота. В прошлый раз мы делали это с обычными врагами, но нам поможет теперь событие элитные враги мероприятия в Wildcraft. Кстати, они всего лишь 17% шанс, что они выпадут, но будем их искать. Надеюсь, что хотя бы... ну, где-то элиток 10-11 найдем. И это, насколько я понял, максимальное количество врагов на карте вообще может быть. Ну что же, друзья, отправляемся на карту Египет прямо сейчас. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. И, конечно же, ставь лайк. И давайте соберем, цель такая будет небольшая, да, по лайкам. Давайте соберем... 2000 лайков, я думаю, что будет очень круто, я какую-нибудь новую идею придумаю. Ну что же, нам нужно отправляться в Египет, в Египте мы уже находимся. И я думаю, слушайте, давайте-ка вот в этой карте, вот здесь вот будем находиться. Попытаемся там элиточек найти. А мы, кстати, можем действительно элиток-то очень легко находить вот таким вот методом. Берем просто, подбегаем, вот так вот кусаем врагов, чтобы, ну, я не знаю, я специально выбрал полностью семью, чтобы немножко побыстрее справляться вот с подобными обычными врагами. Мы же ищем только сегодня элиток. Слушайте, а будет прикольно, если мы с вами и элиток сможем собрать, и обычных всяких врагов, да? Почему бы нет? Ну что же, у нас тут Фенька есть. Ну-ка, Фенька, ну-ка, иди к сюда. Иди к сюда за нами. Иди к сюда за нами. Так, а я вспомнил. Нам главная наша задача, это, естественно, сделать вот так. Вот так вот, свободную камеру. Это очень важно, чтобы... Ой-ой-ой, а зачем они ее кусают? А зачем они ее кусать? Не надо кусать никого. Мы же просто, мы счастливые самые люди на свете, пытаемся сделать как-нибудь красиво. А вот еще. Давай, Фенька, иди сюда. Соберем еще одного Феньку. Так, все, за нами уже сколько бегает? Раз, два. Подожди, это элитная лиса бегает или нет? Ну-ка, сейчас мы их... Опа, так, это лисичка, это наша лисичка, она просто как-то странно бегает. Так, ну что же, давайте попробуем теперь вот это вот, смотри, мы тут верблюда одного победим, а вторую там элитка, а вторая там элиточка. Ать, укусаем и убегаем от Седова, потому что за нами просто одни элитки бегают, вы только посмотрите. Раз, два, три, четыре элитки за нами начинают носиться просто по карте. Естественно, мы сделаем следующий ход, мы будем еще их искать. Где же они находятся, интересно? А где же они действительно? Что-то пока что я больше элиток не вижу. Пока мы нашли только 4 элиточки, и все, да, больше врагов подобного ранга и нету. Ну, будем искать. О, вот, все, я вижу. Так, не кусаемся. Ай, здрасте. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять теперь элитных боссов за нами бежит. Сейчас мы еще в округе посмотрим, может быть, кого-нибудь найдем. Но пока что не видно. Пока что никого не видно. Ну, слушайте, прикольно, они так за нами носятся, смешно. Ай, отстаньте от меня, отстаньте. Вас сколько вообще? Вы чего все за мной бежите? Так, ну, отбежать немножко подальше. Ай-яй-яй, больно. Вы чего делаете? Слушайте, у меня такое ощущение, что мы их просто уже не найдем на карте. Такое действительно ощущение присутствует. Так, ну-ка, сейчас мы еще раз вот так вот нажмем быстренько и бежать быстрее. Вон еще одна элиточка. Но нам нужно, понимаете, нам нужно, чтобы от нас эти элитки не отстали, а то это будет прям максимально плохо. Так, это гиена. Гиену мы еще с вами не находили. Давайте посмотрим, какие самые быстрые элитки. Ну-ка, гиена, давай. В стаю, к нам в стаю. Смотрите, как нас много. Нас просто очень много бегает. Так, а где еще желтенькие вот такие штучки? Все, пока что желтеньких штучек нету. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть мы пока элиточек нашли. Больше пока нам просто сложно, физически сложно это все найти. Эй, беги! Ты чего стоишь-то на одном месте? Я же бежал специально. Так, вот, это обычный. С обычным мы естественно, справляемся. Ой, бежать.
Так, нам вот это вот. Да и беги, что ты стоишь-то на одном месте? Ну же, что ты стоишь-то? Так, давай-ка мы их затормозим немножечко. Вот так вот еще затормозим. И нам надо как-то подбежать все-таки к этим, да? Ага, вон они стоят. Будем сейчас как-то пытаться на себя заагрессировать. О, нам повезло, нам повезло. Так, ну что же, элиточки довольно-таки сильные должны быть. Так, от них убежим подальше, подальше от них убегаем. И кто-то еще может быть есть? Слушайте, ну пока что больше элиток-то и нету. Ну слушайте, прикольно получилось, потому что их уже 7. Насколько я помню, если все правильно умею считать, то их, по-моему, 7. Так, останавливаем их на одном месте, попытаемся немножко подальше отбежать. Бежи быстрее, ты что стоишь? Ты что стоишь-то, ну? Так, все, еще одного цепанули, так, 8 уже. Просто 8 элиточек за нами бегает. Ну-ка, сейчас мы еще попробуем. А как это интересно сделать? Как это интересно сделать, еще найти элиточек? Беги, 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 я тебя умоляю, я тебя умоляю, просто беги. Ой-ой-ой, как же сложно с элиточками. Они все-таки у них довольно-таки сильные атаки, да, и за счет этого, конечно, проблематично с ними сражаться. Так, остановили их на одном месте. Так-так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Осторожненько все равно, надо бежать. Да беги ты, беги, ты чего стоишь-то на месте? Не надо на месте бежать. Надо бежать, постоянно, естественно, бежать. И только так мы сможем еще одну элиточку хотя бы найти. Стойте, эти элиточки что-то за нами перестали бегать. Эти элиточки, тихо, 87, ну, слушайте, походу дело у меня проблемки. Давайте мы попробуем хотя бы победить хотя бы двоих попытаемся победить из этих элиточек. Ладно, походу дело больше уже не набрать, так что нам в любом случае надо попытаться их победить. У меня 80, это кстати, очень будет сложная задача, потому что энергии у меня очень мало стало. Прям максимально мало. А интересно, сколько мы вообще за это сможем получить золотишко? Потому что опыта на лисе мне особо не нужно. Кстати, вот зря я не пошел на волки, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все. Пали мы с вами. Ну ничего страшного, сейчас мы туда снова прибежим. Я надеюсь, что там элиточки остались. Эх, я хотел бы их, кстати, победить, было бы прикольно. Так, а где они тут бегают, носятся? А чё, их нету? Мы столько бегали и всё! А куда они делись? Мы же так долго за ними бегали! Это же вообще, это что такое-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, я думал, мы очень-очень много их насобираем. Но, как видите, да, проблематично, конечно, их собирать. Ну, ладно, не проблемка. Мы сейчас просто, знаете что? Мы сейчас будем просто тогда этих элиточек искать и побеждать поодиночке. Все-таки паровозим мы их, собрали всех элитных боссов. Но, к сожалению, их просто-напросто очень сложно победить. Очень сложно. Так, давайте будем всех тогда врагов всех подряд побеждать и элиточек искать. Хотя бы, я хочу хотя бы парочку элиточек победить. А что, если нам собирать однотипных элиток, да? Было бы прикольно. Кстати, друзья, действительно, если вы... давайте так, если мы действительно соберем 2000, я попытаюсь собрать однотипных каких-нибудь элиток. Пока у нас идет эта акция, 2000 лайков, я имею в виду. Пока у нас идет вот эта акция, мероприятие, да, мы можем действительно насобирать каких-нибудь элитных боссов и их просто всех победить. Это будет прикольно. Давайте так, пишите в комментариях, каких боссов собирать элитных на карте Египет. И мы их соберем и победим, как только соберем 2000 лайков. Ну, я думаю, это будет очень круто. Так что, друзья, увидимся уже тогда в следующей серии. Я жду от вас какой-нибудь инициативы. И вообще, может быть, какая-то у вас идея родится, и мы попробуем это все сделать. А так, слушайте, боссов реально очень сложно найти, оказывается. Я думал, их будет вообще без проблем, мы с вами найдем. Но нет, оказалось проблематично. Ну что же, увидимся уже в следующей серии. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И удачи в открытии сундуков. Пока-пока. Бум.